сравнение, опять же, за счет разного масштаба, чуть-чуть разного масштаба, получается, что они равны по своему влиянию практически. Частное качество модели измеряется не только значимостью предикторов, но и их мультиколлинеарностью. Мультиколлинеарность можно исследовать при помощи двух параметров, которые мы запросили, когда вызывали регрессию. Это толерантность и VIF. Толерантность должна быть выше 0,5, тогда нет мультиколлинеарности. VIF должно быть ниже 2, тогда опять же нет мультиколлинеарности. Какие предикторы наиболее близки к ситуации мультиколлинеарности? Вот, пожалуй, вот эти два предиктора наиболее близки к ситуации мультиколлинеарности, потому что VIF наибольшее, а толеранс наименьшее. Что делать, если вдруг у вас предикторы мультиколлинеарны? Удалять их из модели – это как бы грубый шаг. Более деликатный шаг – это совместная интерпретация мультиколлинеарных предикторов. Что значит совместная интерпретация? Когда мы до этого интерпретировали каждый из предикторов, мы говорили о том, что изменяется предиктор на единичку, и такое-то влечет изменение зависимой переменной. Здесь мы, если бы предикторы были мультиколлинеарны, не могли бы говорить о раздельном изменении. Мы бы говорили так: увеличение чувства осознанности в жизни на единицу влечет увеличение удовлетворенности на 0,1 категории, но одновременно оно связано и с ростом энтузиазма, скорее всего, они положительно связаны, это сейчас мы проверим, и, соответственно, зависимая перемена еще вырастает на некоторую величину, потому что тогда действуют эти два предиктора совместно. Давайте посмотрим, насколько они скоррелированы в реальности. Так, вот эти две переменные, стоит коэффициент корреляции Пирсона, запускаем, смотрим. Вот они скоррелированы примерно на 0,4. Это слабая связь, она есть, significance, она говорит о том, что эта связь есть, но она, по крайней мере, не сильная. Поэтому у нас это tolerance и VIF такие, какие они есть. Вот так вот, увеличение этой переменной на единицу влечет еще и увеличение этой на 0,4. Поэтому зависимая перемена увеличивается и на этот коэффициент,